Bifurcatops spiritus, что означает «цератопс с ногами газели». Это основная добыча Арсартиса. Пересекая головокружительные высоты горного ландшафта, они поедают низменные кустарники. Этот небольшой, изящно оформленный цератопс живет около вершин гор острова Черепа, питаясь разнообразными низкорослыми растениями, разбросанными по склонам. Эти цератопсы живут в больших стадах и, в отличие от остальных в своем роде, не борются за господство во время брачного периода. Но вместо этого самцы будут участвовать в сложных танцах в попытке произвести впечатление на самку. Поскольку рога и шейный воротник недостаточно сильны для большинства физических столкновений, бифуркатопс предпочитает убегать от хищников, поворачиваясь и защищаясь только в крайнем случае. Длину бифуркатопс достигал от 2 до 4 метров, в росте от 1 до 1,5 метров и весил около 400 кг. Обитал в горах и возвышенностях острова Черепа. Бифуркатопс имеет тело, подобное по форме живущим в джунглях собратьям цератопсам. Длинные ноги, длинный хвост и узкое тело. Эти цератопсы могли вырастать от 6 до 10 футов в длину и имели, как правило, темно-серый окрас.